Газовую горелку от мусора очищают дважды в год, а заодно и проверяют состояние газового оборудования. На время работ подачу газа приостанавливают. Сегодня вечный огонь отключили, вернее, перенесли никогда не гаснущее пламя специальным факелом на временную горелку в связи с подготовкой ко Дню Победы. Чтобы приступить к работе, сотрудники горгаза вскрыли чашу, очистили ее от нагара и копоти, а затем собрали и сам мусор. Мы находим постоянно те же самые мусор, баклажки, стекло, металл. То, что не загорается, остается здесь. Из года в год мусора меньше не становится, седуют сотрудники Сочи Горгаза. Поэтому в преддверии Дня Победы на мемориале воинской славы пройдет еще один санитарный день. В перечень профилактических мероприятий входит очистка сопел, редуктора, а также поверхности газогорелочного устройства. Также проверяем запорную арматуру в подвалах и подъездах близлежащих домов. Кроме того, проводим санитарную очистку прилегающей территории. Наша задача, чтобы системы горения работали ежегодно, бесперебойно и безаварийно. На профилактическую процедуру ушло не более часа после того, как сотрудники Сочи Горгаза убедились в том, что все механизмы работают исправно, вечный огонь вернули в чашу.